Система студенческого кураторства – проект, направленный на помощь и наставничество первокурсников на время адаптационного периода. Проект наставничества существует в ЮРГУ с 2008 года, а на сегодняшний день руководителем сезона 24-25 является студент ЮРГУ Дарья Иманкулова. Ну, ССК – это система студенческого кураторства ЮРГУ. Основной целью которой является это помощь в адаптации первокурсникам, которые поступают в начале года, и кураторы работают с ними на протяжении всего учебного года. То есть они помогают им в каких-то вопросах в учебе, также привлекают их во внеучебную деятельность и помогают во всех вопросах, которые у них возникают на протяжении всего года. Отличие студенческого куратора от академического состоит в том, что преподаватели больше акцентируют внимание на учебной деятельности и дисциплине, а кураторы-студенты отвечают за адаптацию и внеучебную деятельность. Мы помогаем студентам пройти вот эти первые шаги в адаптации, познакомиться друг с другом, мы решаем их проблемы, становимся для них такими проводниками, можно даже сказать, старшими братьями и сестрами, которые максимально им помогают. И за счет систем студенческого кураторства первокурсникам намного легче освоиться и начать уже плотную учебную и внеучебную деятельность. Вот, и мы крутые. В этом году на школу кураторов были зарегистрированы рекордные 207 заявок. По итогам школы отбор пройдут 170 студенческих и 14 старших кураторов. В принципе, система студенческого кураторства – это важная часть внеучебной деятельности, в принципе, всего нашего университета. И уже продолжение, так сказать, этой внеучебки – это объединение, студенческие советы и другие, так сказать, кружки по интересам. Я считаю, то, что моя роль в данный момент – это направить ребят, которые придут к нам в сентябре, чтобы они смогли раскрыть для себя тот мир, который есть, который дает возможности. Это очень важно, на мой взгляд. В 2019 году система студенческого кураторства ЮРГУ стала лучшей системой наставничества и тьюторства в России. А в этом сезоне студенты выиграли грант, охватывающий всю деятельность ССК. Ребята уже успели получить мерч и ожидают плодотворной работы в течение сезона.